тренер сборной Академии спорта Айрат Гайнуллин. Расскажите, как настраивались на матч с Уралом, со сборной УРФУ. Знали, что соперник тоже не слабый. И как бы, какая была установка, насколько ребят сегодня выполнили задачу? Ну, во-первых, понимали, что этот матч с хозяевами, он самый важный. Смотрели. В принципе, я считаю, ребята выполнили план на игру. Единственное, обидный гол в самом начале. Вышли немножко с первых минут, не хватило концентрации. В дальнейшем, я считаю, мы перехватили инициативу. Но наш бич не реализовали моменты. С чем связано сегодняшнее такое большое количество моментов, которые не забиты? С какой-то некой усталостью или просто не получалось? Ну, естественно, наслоение идет, потому что третий матч все-таки, опять же, и поле тяжелое. Поэтому эмоции, они нужны, но порой они мешают, должно быть хладнокровие. Вот этого нам где-то хладнокровия в завершающей стадии не хватило. Ну и соперник, я считаю, мешал, как оборонялись они практически. Садились всей командой, оборонялись, поэтому так получилось. В целом, как оцениваете наше выступление в этом первом турнире на НСФЛ? И вообще, как считаете, насколько хорошо вкатились в сезон? Ну, первое, у нас команда омолодилась. Второй позитивный момент за такой короткий срок. Мне действительно удалось ребят объединить. И сегодня они это на поле продемонстрировали. У нас был единый коллектив, и мы проявили, я считаю, сегодня характер. Ну, это дорогого стоит. Я думаю, в следующих турах уже где-то и мы должны качество игры повысить. Желаю удачи, спасибо. Большое спасибо. Спасибо организаторам. До свидания.